Вас приветствует канал «Белорусское пчеловодство». И сегодня у нас видео с очередной распаковочкой из Китая. Пришел пакетик вот такой, честно вам скажу, даже не представляем, что здесь лежит. Так, уже пробовали и по трек-коду посмотреть, и что-то по содержимому пакета непонятно, что это такое. Так, на ощупь. Будем раскрывать вместе с вами пакет и смотреть, что к нам пришло. В заказах висит очень много у нас инвентаря для пчеловодства. Секретов раскрывать не будем, но здесь что-то непонятное. А, как я и предполагал, Андрей. Клипсы для маток. Оно так и написано было, клип. И Андрей сказал, что клипсы для маток. 2 недели назад заказывали всего. За 2 недельки пришло оно, да. Вот такая вот доставочка. Ну, быстро. Да, конечно, сейчас откроем обязательно. Не помнишь, Андрей, сколько они стоили по деньгам? Чуть меньше, 0,98. Одна штучка, $5, да, получается, где-то общее. Ну, короче, вот одна штучка, доллар, получается. Ну, прикольная. Ну, вот так вот матку отлавливать на сотах. Ну, прикольная штука. Заказали для того, чтобы было, как говорится, в хозяйстве. Да и чтобы видели люди, что можно что заказывать, что есть смысл. Есть смысл, нету смысла. Ну, я думаю, оно будет работать, оно смотрит такое... Он сделан такой прорез, поэтому как бы расстояние между двумя этими, я думаю, сильно, если аккуратно все сделать, я думаю, матку не повредишь. То есть, если насот, вот если это засот брать, я думаю, все нормально. Прикольное, классное, качество хорошее, пружинка работает хорошо, никаких лишних этих кусков пластмассы при отливке, ничего. Ну вот 5 штучек. Вот такая вот посылочка из Китая. Самое главное, очень быстро. Да, очень быстро, да, не ожидали. Ждем следующие посылки из Китая. Смотрим этот раздел нашего канала. Подписываемся на наш канал. Всего хорошего, до свидания.